Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главные за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Осмотр благоустроенных территорий и разрешение конфликтов между соседями. Глава Самары Елена Лапушкина пообщалась с жителями Октябрьского района и провела встречу с управляющими МКД в рамках проекта «Мой дом». Советский Джеймс Бонд, он помог переломить ход Великой Отечественной войны, участвовал в радиоиграх с немцами. В Самаре открыли памятник разведчику Рудольфу Абелю, который жил здесь с семьей и работал в 1942-1943 годах. Активные, инициативные и талантливые. На поляне Мастрюковских озер в Самарской области начался 10-й молодежный фестиваль Приволжского федерального округа «Иволга». В Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается ремонт проезжих частей. Как идут работы на улице Ставропольской? В 63-м регионе в самом разгаре сезон охоты на кабанов. Почему добыча именно этого зверя является одной из самых популярных для местных охотников? Глава Самары Елена Лапушкина продолжает встречи с жителями города в рамках партийного проекта «Мой дом». Одна из таких прошла в Октябрьском районе. Управляющим МКД и ТСЖ рассказали о том, как решать возникающие проблемы, какой цифровой ресурс поможет оплачивать коммуналку без дополнительной комиссии, как сагитировать жильцов на общие собрания и многое другое. Перед встречей глава города смотрела благоустроенные дворы и общественные пространства района, а также обсудила с жителями планы на будущее. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Территорию в Постниковом овраге недалеко от кольца трамвайных путей приводят в порядок. В будущем здесь планируют посадить деревья, разбить цветники. Сейчас все работы ведет строительная компания за свой счет, чтобы облагородить участок. Это вы сами за свой счет делаете? За свой счет, да, Елена Владимировна, решили проявить активную позицию. Спасибо огромное. А предложения-то какие по этой территории? Предложение продолжить благоустройство, ну, допустим, озеленение, как, потому что газон достаточно пусто выглядит, так скажем. Вот. И если есть такая возможность, рассмотреть ее как бы закрепление за, там, не знаю, специализированной организацией. Может быть, или... А она сейчас за вами? Она сейчас, да, она фактически не размежеванная. Но, то есть мы ее как общественное пространство на голосование выносили, но фактически она обслуживается нашим МБУ. Глава города Елена Лапушкина осмотрела два пустующих участка и предложила местным жителям поучаствовать в областном проекте содействия, чтобы благоустроить территорию. А вот на пятой просеке жители уже сами готовы вложиться в благоустройство сквера, чтобы организовать место для комфортного досуга, и даже разработали проект. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. И конкретно мы с моей супругой внесли 1 000 000 рублей для того, чтобы сделать, благоустроить этот сквер. Он не будет закрытый. Я не хочу эту землю в свою собственность. Всего лишь я навсего хочу, как человек, который увлечен своим делом, это чтобы у детей было нормальное место гулять. Не только у моих, а у всех жителей района. Однако против выступили соседи, которые не хотят под окнами детскую площадку. Инициаторы проекта благоустройства рассказывают, что большинство жителей соседних домов проголосовали за детскую площадку, а соседи уверяют, что ничего не знали о проекте. Глава города призвала жильцов все же прийти к общему решению. А тем временем жильцы 22-го дома на Новосадовой радуются благоустройству двора. Территорию привели в порядок по программе «Комфортная городская среда». Но дополнительно жильцы вложились и сами, чтобы благоустроить дорожки к подъездам. То есть мы делаем только прямой вход, а уже управляющая компания подходы к подъезду. А, то есть вот это вы вот делаете? Часть, да. Вот где мы сейчас с вами идем, это мы. А вот это уже... Примыкание-то хорошо сделано. А это все делал один подрядчик. Мы сразу же вышли к этому подрядчику, предложили о том, что мы готовы заключить договор и комплексно все это сразу сделать. Он на это согласился, и, соответственно, мы сделали. Угу. Ну, отлично вообще, прям отлично. Теперь надолго вам этого хватит? После объезда территории глава города провела семинар с активом советов многоквартирных домов Октябрьского района в рамках проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект продолжает помогать жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Потому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За 2 года организовали более 200 таких встреч, в них приняли участие порядка 7 000 активистов. Проект получил очень серьезное развитие, и, конечно, в рамках этого проекта возникает масса вопросов, появляется новое законодательство, появляются новости, которые мы бы очень хотели
нам сегодня рассказать и донести. В помощь председателям МКД запустили ресурсные центры, где ведут работу по приему жителей и консультированию госжилинспекции. О них рассказала координатор проекта «Мой дом» Ирина Качуева. Два раза в неделю там будет производиться консультирование всех активистов. Также, и мы уже найдем договоренность с государственной жилищной инспекцией, раз в месяц прием будет вестись, именно в том числе и жилищной инспекции. И если мы понимаем с вами, коллеги, что у вас есть какие-то проблемы управляющие организации, и не идут они на контакт, не слышат активистов, не хотят работать вместе со старшим по домам, мы будем их приглашать в эти же ресурсные центры, чтобы те проблемы, которые есть на домах, мы решили к удовлетворению жителей. А современная удобная платформа ГИС ЖКХ, о которой рассказала руководитель областной госжилинспекции Виктория Каткова, обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. На семинаре присутствовали и руководители профильных департаментов администрации города, представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района тоже смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. Советский Джеймс Бонд, с виду простой турист с пачкой паспортов в кармане, страстный радиолюбитель, интеллигент и эрудит. В Самаре в сквере на пересечении улиц Арцебушевской и Красноармейской установили бюст в честь легенды и символа советской разведки Рудольфа Абеля. В торжественной церемонии открытия и возложения цветов к памятнику приняли участие почетные гости, среди которых сотрудник администрации президента России Владислав Кононов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина. На церемонии побывала и наша съемочная группа. Именно таким и запомнился многим легенда советской разведки. В шляпе, скромно одетый, с неприступным лицом, скрывающим множество тайн и секретов, которые хранил этот человек. Рудольф Абель, чье настоящее имя Вильям Фишер, стал настоящим символом советской внешней разведки. Несмотря на легендарность, не так много мест, где увековечена память о нем. В Самаре, к табличке на доме, где он жил, теперь добавился и его бюст. Вильям Генрихович был задержан американской контрразведкой. Он не только не сломался, не только не сломился. Своей энергией, своим мужеством, своей верой в правоту дела, которому он служил, он заряжал всех, кто находился вокруг него. И американских контрразведчиков, и судей, и людей, находившихся вместе с ним в тюремном заключении. Почетные гости, среди которых были сотрудник администрации президента России Владислав Кононов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и другие, возложили цветы к бюсту Рудольфа Абеля, который был удостоен сразу 8 государственных наград. Памятник в его честь установлен в рамках совместной программы Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества. Посвящена программа забытым или малоизвестным героям, военачальникам, разведчикам и контрразведчикам. В рамках этой программы от Калининграда до Владивостока устанавливаются бюсты, открываются памятники, открываются памятные доски нашим прославленным предкам, на которых стоит равняться и сегодня. На историях о Рудольфе Ивановиче воспитано не одно поколение советских и российских разведчиков и сотрудников органов государственной безопасности. Это действительно безгранично любящий свою родину человек был. Беззаветно трудился, совершал героические поступки. Высочайший профессионал, очень мужественный, стойкий человек. Бюст Рудольфа Абеля установлен в безымянном сквере на пересечении улиц Арцебушевской и Красноармейской, который также могут переименовать в его честь, чтобы горожане могли назначать встречи в сквере имени легендарного советского разведчика. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Куйбышеве, находясь вдалеке от фронта, легендарный разведчик помогал советским войскам переломить ход войны, участвовал в радиоиграх с немцами. Об истории работы Абеля в нашем городе в следующем материале. Путь рожденного в Англии в семье русских политэмигрантов Вильяма Фишера во внешней разведке начался в 1927 году. Он вернулся в Советский Союз, а в возрасте 24 лет получил должность кадрового сотрудника спецслужб. Фишер владел несколькими языками, в том числе английским, поэтому с 1929 по 1936 год работал разведчиком в Англии и Польше. По возвращении в Москву получил звание лейтенанта, однако спустя некоторое время был неожиданно уволен из разведки. Предположительно, такое решение принял Берия. Он не доверял тем,
кто работал с врагами народа, а Фишеру за время службы за рубежом довелось сотрудничать с перебежчиком Александром Орловым. В 1941 году, после пятилетнего перерыва, Вильяма Фишера вновь принимают на службу. Возникла нужда в опытных специалистах. С этого небольшого дома по улице Молодогвардейская, 8, началась куйбышевская история Вильяма Фишера. Его семью эвакуировали сюда в 1941 году. И хотя легендарный разведчик был вдалеке от фронта, здесь разворачивались события, которые во многом помогли переломить ход Великой Отечественной войны. В Куйбышевской области Фишер пробыл меньше года, но за это время успел выполнить несколько важных заданий. Известно, что в 1942-43 годах, когда здесь размещался центральный аппарат НКВД СССР, советской разведкой при участии Фишера проводилась радиоигра, в документах проходившая под названиями «Монастырь» или «Послушник». Немцам подбросили информацию, что в Куйбышеве якобы действует антисоветская религиозная группа, что сыграло немаловажную роль в подготовке успешных операций Красной Армии в 1943 году. Одним из основных заданий Фишера на берегах Волги была подготовка молодых разведчиков-нелегалов и диверсионных групп. В 110 километрах от Куйбышева, в Серноводске, Фишер работал наставником в специальной школе разведчиков. Историки отмечают, что роль учителя была для него непривычна. Сам Вильям Генрихович рассказывал, люди его профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Он их обучал радиоэлектронному делу, криптографии, а также спецификой маскировки и адаптации в среде противника. И далее, с точки зрения даже концепции третьего сознания Михаила Чехова, нужно было провести капитальную работу над своим образом. То есть, чтобы ты не был, допустим, Александром Ивановым, а должен был быть Фрицем Дицем. После победы Советского Союза в войне уже в 1947 году Фишера ждало новое задание. В качестве нелегального агента его отправляют работать в США. Основная задача за океаном – сбор информации об американском атомном оружии. Несмотря на успех многолетней операции, в итоге разведчика разоблачили. Тогда, в 1957 году, весь мир узнал его под псевдонимом Рудольф Абель. После ареста ФБР Фишера судили. Приговор – 30 лет заключения. И кто бы мог подумать, что все те же Соединенные Штаты Америки помогут разведчику вернуться домой. 1 мая 1960 года над Советским Союзом проводился разведывательный полет на самолете У-2. За штурвалом находился американский пилот Фрэнсис Пауэрс. Он пролетел аж до Свердловска, представьте себе, над нашей территорией. Был сбит. Пауэрс был взят, так скажем, с поличному. Осужден. Ну и в результате, значит, у нас появилась возможность обмена. Значит, и в 62-м году, значит, Абеля обменяли на Пауэрса. Считается, что добытые Фишером Абелем в США данные позволили избежать денежных вложений в тупиковые исследования ученых СССР и разработать первые прототипы атомного оружия. Советский Союз включился в гонку вооружений, быстро вырвавшись вперед. Даже несмотря на арест и раскрытие, Вильям Фишер, более известный как Рудольф Абель, вошел в историю как гений нелегальной разведки. Михаил Ермоленко, Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. Активные, инициативные и талантливые. На поляне Мастрюковских озер в Самарской области прошла церемония открытия 10-го молодежного фестиваля Приволжского федерального округа «Иволга». Участники уже успели обустроить свой быт в палатках под открытым небом и побывать на лекциях, семинарах, тематических выставках и мастер-классах. Анатолий Головко познакомился с юношами и девушками, которые приехали в 63-й регион со всех уголков России. Показать свои инновационные проекты всей стране, найти новых друзей, коллег и единомышленников. В Самарской области на поляне Мастрюковских озер стартовал юбилейный 10-й по счету молодежный фестиваль «Иволга». После большого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, самые талантливые, креативные юноши и девушки вновь собрались вместе под открытым небом. Я вообще, в принципе, сюда приехал для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, набраться опыта, потому что, мне кажется, при взаимодействии с людьми ты начинаешь получать какую-то невероятную мотивацию, заряжаешься энергией, потому что здесь все ребята очень классные, очень активные, все доброжелательные. Мы правильно питаемся, мы занимаемся спортом, и мы обязательно, конечно, прокачиваем в первую очередь себя и свои личностные качества. В этом году участники форума пройдут образовательную программу, которая включает в себя 9 профильных смен. «Мой народ», «Управляй будущим», «Делай дело», «Миссия добро», «Место жительства», «Творческий процесс», «Лаборатория практика», «Детская Иволга» и «Государственная молодежная политика».
Ключевым нововведением 10-го юбилейного форума является сквозная тема единства народов России, которая встроена в каждую образовательную смену. Помимо того, будет организовано соответствующее брендирование форума и тематические окружные мероприятия. Фестиваль рестораторов-реконструкторов, окружная этновыставка и этномаркет, фестиваль народных культур. Кроме того, в программе предусмотрены тренинги, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, мастер-классы, межрегиональные и межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки, инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней. В этом году мы пригласили на форум Иволга ряд федеральных спикеров, которые служат ролевыми моделями для всех молодых людей с инвалидностью без, как быть успешным. У нас и живопись есть, и роспись значков, и плечение фенечек, и жонглирование, и все, что сделают ребята. Любой человек с этого форума, который захочет прийти познакомиться с нами, познакомиться с инклюзией, с нашими ребятами, унесет частичку с мастер-класса с собой на память об этом замечательном форуме. Авторы лучших проектов получат финансовую поддержку для реализации своих идей. В этом году грантовых конкурса два – окружной и всероссийский. В рамках первого три направления – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и этнокультурное многообразие и единство народов. Победители смогут получить грант до 500 тысяч рублей. В рамках всероссийского – 15 направлений. На поддержку своих инициатив у резидентов форума есть возможность выиграть до 1,5 миллиона рублей. Я приехал презентовать свой проект «Автономика». Мы уже прошли, посмотрели по спискам в финальную стадию. 26 числа уже будем защищать проект и получать финансирование на него. Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором выступает правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Дерзайте, творите, оставляйте яркие эмоции на всю свою жизнь. С открытием, Иволга! Мне хочется пожелать вам замечательной творческой работы, чтобы вы вышли отсюда с приобретенным багажом знаний, с дружбой, с новыми командами, с новыми друзьями. Ну и закончится мне хочется свое выступление словами, которые так часто звучат на этой поляне. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Поздравить участников форума в день открытия приехала глава Самары Елена Лапушкина. Все креативные идеи, все самые современные идеи, конечно, идут от молодых людей. Они и видят пространство по-другому. Они и проблемы наши оценивают совсем по-другому. Иногда предлагают такие решения, которые нам, к сожалению, вот были не видны. Они нас подталкивают в совершенно другом направлении. Абсолютно правильно, абсолютно современно. И, конечно, хочется за ними идти и воплощать их идеи в жизнь. В день открытия участники, гости и зрители стали свидетелями танца шаманов, который разбудил Иволгу. Пришли в восторг от невероятных декораций и музыки в стиле фанк. А также познакомились поближе с историей форума и смогли лицезреть дефиле участников регионов. Хедлайнером первого дня стал музыкант, блогер и актер Ваня Дмитриенко. 16-летний юноша раскачал поляну и зарядил всех гостей хорошим настроением. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Что? Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Торжественное закрытие окружного молодежного форума ПФО «Иволга» состоится 28 июля. В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается ремонт проезжих частей. Сейчас рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие на улице Ставропольская. Обновление ведется в границах улиц 22-го партсъезда и Нового вокзальной. Всего приведут в порядок участок протяженностью около 1 километра. Подробности в нашем сюжете. На Ставропольской по соседним полосам движутся автомобили и строительная техника. Здесь уже провели фрезерование. Теперь подрядчик приступил к укладке асфальтобетонного покрытия, замене люков и подъему колодцев. Автомобилисты говорят, строительная техника для них не помеха. Но я сейчас проехала как бы без проблем, все нормально. Но это же временно. Как бы временно можно и потерпеть плотное движение, почему же нет? Обычно ремонт дорог проводят ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Но в этом году капризная погода внесла свои коррективы в планы. В связи с тем, что в текущем году достаточно большое количество осадков подряд организации, для того, чтобы не выпадать из графика и соблюдать график выполнения работ,
мероприятия по укладке, по подготовке ведут в круглосуточном режиме и выполняют работы по погодным условиям, то есть, если говорить по-русски, то ловят каждый погожий денек, каждый солнечный день, когда работу можно выполнять днем, ночью, в зависимости от погодных условий. Всего на Ставропольской на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приводят в порядок участок в границах улиц 22-го партсъезда и Новой вокзальной протяженностью чуть более километра. Проезжую часть обновляют по всей ее ширине методом больших карт. Согласно муниципальному контракту предусмотрено применение высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона смеси ЩМЛА-16. Здесь уже все сняли, все покрытие сняли. Разрушенная. Сейчас только идет именно восстановление асфальтобетонного покрытия. В связи с большой загруженностью, в принципе, работ, приходится работать и днем, и ночью. Для этого пришлось немножко сузить транспортный поток. В принципе, движение не стоит, движение едет, мы его не закрываем. В этом сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать более 35 участков дорог в самых разных районах областного центра, включая самые отдаленные. На сегодняшний день по двум контрактам генподрядчиками выполнено более половины работ. Например, уже готовы такие протяженные объекты, как улица Гагарина, Белорусская, Товарная, Магистральная, Волжский проспект. Таким образом, благодаря дорожному нацпроекту преобразились около 26,5 километров проезжей части. Свыше 14,5 километров сейчас охвачены работами. На очереди еще не менее 8 участков. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. В Самарской области в самом разгаре сезон охоты на кабанов. Почему добыча именно этого зверя пользуется наибольшим спросом у региональных охотников, расскажем в следующем сюжете. Охота позволяет контролировать популяцию диких животных. Это необходимо в том числе и для предотвращения угрозы распространения особо опасных инфекционных заболеваний. Так, например, в 2020 и 2021 годах на территории Самарской области были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, которые, конечно, не обошли стороной кабанов. От африканской чумы свиней животное гибнет за 3-5 дней. Вылечить его невозможно. Высокая численность кабанов ускоряет распространение этой инфекции. Таким образом, может погибнуть вся популяция. Единственное, что можно сделать для предотвращения распространения болезни – снизить численность. Тут-то на помощь природе и приходят охотники. По результатам учета, проведенного департаментом охоты и рыболовства Самарской области, сейчас в регионе 407 кабанов. Снижение их численности позволило стабилизировать ситуацию и отменить режим чрезвычайной ситуации по АЧС. Тем не менее, учитывая высокую плодовитость этого животного, опасений, что вид полностью исчезнет, нет. Охота на кабана издревле считается делом непростым и очень опасным. В первую очередь это связано с тем, что у животного прекрасный слух, и в случае опасности он может напасть из-под тишка. Существует два популярных вида охоты на кабанов. Коллективная, когда загонщики направляют животное в сторону стрелков, и охота с вышки, когда животное выходит на место прикормки. Коллективная охота, говорят знатоки, в разы активнее и увлекательнее. Но и готовиться к ней придется серьезно, особое внимание уделяя безопасности участников. Во-первых, с оружием надо обращаться так, как будто оно всегда заряжено. Ни в коем случае не направлять его в сторону людей. Ни в коем случае нельзя стрелять по неясно видимой цели, то есть на шум, на шорох. То есть четко идентифицировали цель, определили, что это животное. Тогда только можно стрелять. Нельзя стрелять вдоль стрелковой линии. Обязательно, и это тоже правилами охоты установлено, необходимо носить специальную сигнальную одежду. Охота на вепря – одна из наиболее популярных в Самарской области. Поймать осторожного и крупного зверя – это не только большая удача, но и показатель охотничьего мастерства. Ведь любую добычу для начала нужно выследить. Зимой проще, по следам. Летом тяжело, потому что сейчас... Все в листве, трава высокая. То есть, если даже он кабан пробежит у тебя метров 10, ты можешь его просто не заметить из-за травы, из-за высокой. Кабан считается предком свиньи. Однако, в отличие от домашнего животного, дикий зверь прекрасно защищен от недоброжелателей. От природы ему досталось два крупных бивня – толстая шкура и мощный скелет. Взрослая особь может достигать 300 килограммов. И в случае добычи крупного животного память о таком трофее останется у охотника на всю жизнь. Александра Гусева, Максим Гусев. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных.